Земельный вопрос, гаражи и поддержка кинематографа. В Павлодарском областном маслихате провели встречу с населением. О том, какие вопросы поднимали перед депутатами, в нашем следующем сюжете. Я договорился с СПК «Павлодар». Может быть, видели, в октябре был в Инстаграме шум со штурмом, с обром. А СПК «Павлодар» здание этого дома инвесторов. Это моего персонажа брали. Я снимал кино, мы просто вброс сделали для, значит, рекламы. По словам председателя областного маслихата, с их стороны предложен ряд нововведений в приеме граждан. Вместе с тем, те депутаты, которые прошли по одномандатным округам, по мажоритарной системе, они будут принимать у себя на территории избирательных участков. Вместе с тем, инициативой было о том, что на территории здание акимата города находятся open space, которые, в принципе, основной задачей является работа с населением. Такое решение приняли, исходя из того, что, по мнению большинства, население не знает своих депутатов. В связи с тем, чтобы не было отношений именно, что у той или иной партии есть возможность принимать у себя граждан, поэтому равные возможности для всех, будь то представитель и от партии, либо это самовыдвиженец, не являющийся представителем либо какой-то из партий, он может принять в open space, либо у себя на территории избирательного округа. Для чего это сделано? В первую очередь, чтобы на такие приемы были приглашены госорганы, и в нужные сроки эти заявления и депутатские запросы были отправлены по компетенции. Депутатский корпус состоит из 32 человек. Из них 16 прошли по избирательным округам, 16 по партийным спискам. Стоит отметить, что впервые в 8-м созыве областного маслихата депутаты из 5 партий. Артур Поляков, Даулет Кушкербаев, Ертыс Акпарат.